В этом новом году, учебном году, ожидается количество детей около 158 школьников. Также из них первый класс только будет детей около 18 тысяч. В этом году у нас прием первый класс, формат немножко изменен, то есть автоматизированная услуга. С 1 июня документы первый класс принимаются в электронном формате, а также бумажном. На сегодняшний день в электронном формате сдали уже около 15 тысяч детей. В этом новом учебном году сдается 5 объектов образования. Две школы у нас, школа-лицей номер 60 и 72 школа. Один объект дали об иллюминоваться для одаренных девочек. И один объект будет сдаваться в конце текущего года. На сегодняшний день все объекты образования, все готовы к 1 сентябрю. Все школы прошли ремонт. Часть школ, которые прошли крупные ремонтные работы, прошли. Все школы будут охвачены 100% учебниками. Подготовка к новому учебному году практически закончена. Ремонт в школе выполнен на 100%. Все коммуникации работают. 13 августа мы проходили приемку. Приезжала комиссия, в которой были представители пожарной инспекции, санэпидемстанции, были представители управления образованием, родительской общественности, журналисты. Это была очень такая, знаете, профессиональная комиссия, заинтересованная. У нас просмотрели и документацию, и состояние обоих зданий, мебель, насколько мы обеспечены оборудованием. И по итогам этой приемки мы получили удовлетворительные отзывы. На сегодняшний день дети могут 1 сентября приходить в школу, и созданы все для этого условия. На сегодняшний день педагоги уже вышли из отпуска, готовятся к линейке к 1 сентября. Остались последние приготовления, мы вешаем шторы, почищаем какие-то моменты. В целом школа готова. Текущий ремонт выполнен на сумму 4 миллиона. Мы сделали новую крышу во входной группе, которая протекала. Мы переделали полностью туалеты для мальчиков, санузлы. Вы можете их посмотреть, какие они сейчас уютные, красивые. Полностью прокрасили все стены, обновили стенды. Школьную столовую подкрасили. Ну, сейчас все очень хорошо. Учебниками учащиеся с 1 по 11 класс в нашей школе ежегодно обеспечиваются бесплатно, полностью по всем предметам. И к 1 сентября все дети придут в школу уже с учебниками. Школа, она расположена на 800 мест. Учебный корпус полностью готов к учебному процессу. В данный момент до 1 сентября застройщик обещает сделать благоустройство вокруг школы. Примерно 70% готово. Еще перед нами еще есть 4-5 дней. Они, думаю, успеют в течение этого дня. С 1 сентября будет учиться 425 учеников. 7 октября будем проводить конкурс для 5, 6, 7, 8 классов. Начиная со 2 четверти, здесь будет учиться 775 учеников. По оснащению учебниками у нас есть еще 2 месяца для тех учеников, которые поступать будут, которые учатся со 2 четверти. За эти 2 месяца мы полностью 100% учеников закупимся.